Маюся, дочь, вставай. Вон Сетка тебя тоже прошел будить. Просыпайся. Давай, потяни свои булки. Вставай, пойдем зубы с тобой чистить сейчас. Поднимать в спортивном зале по 200 килограммов. Это по вечерам. Утром подъем ребенка. Маленькой Майе 5 лет. Какая ты красивая. Эта малышка появлением на свет изменила жизнь своей известной мамы. К рождению дочери Инна Филимонова готовилась. Вместе с мужем заранее решили, рожать будем после чемпионата мира в Чикаго. То первенство Инна выиграла, поставив очередной мировой рекорд. Как оказалось, это было начало настоящих побед. И не только спортивных. Организм вообще вот намного сильнее стал. Вот после родов, на самом деле, женщины такие сильные, оказывается, что даже все результаты очень выросли. И это вот не одна я вот говорю, вот мои тоже девчонки по команде, которые со мной выступают, тоже многие там поражали, тоже так же результаты просто бешеные потом. Например, 240-то я никогда не приседала, а вот после родов получилось. Пауэрлифтингом Инна начала заниматься неожиданно, даже для самой себя. Еще студенткой случайно зашла в тренажерный зал. Легко и без подготовки подняла штангу весом в 100 килограммов. В тот же день девушку заметил будущий тренер. С тех пор вот уже 12 лет у Инны ни дня без тренировок. Перерыв, и то на несколько месяцев, делала однажды. Вообще уже как бы в зал я через месяц пришла после родов. А так в период вот, когда вот ходила беременная, так, тоже я периодически тренировалась. Ну, конечно, не такие там нагрузок-то, естественно, таких не делала. Там чисто так, зарядка. Ну, тоже там месяцев до 5-то я точно всякие зарядки, все так делала. Под эту песню Инна установила все свои мировые рекорды. Музыка – это тоже важная часть подготовки. Сегодня Инна – четырехкратная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу. Но титул мамы считает самым важным. Инна признается, поднимать штанги и хозяйственные сумки – две большие разницы. Все надо успеть сделать, все, чтобы было хорошо. Все накормлены, напоены, все убрано. Самое главное, чтобы в семье был достаток, все были здоровы. Рис и куриные крылышки – одно из любимых блюд семьи Филимоновых. Плотный завтрак – уже привычка и непременные условия. Все продукты должны быть натуральными. Никакого фастфуда, стероидов и искусственных добавок. Чистые продукты для чистой победы. Просто если уж правда здоровая пища, то должна быть всех. И у ребенка, и у кота. Ну, у мужа-то это понятное дело. Сейчас заварится и мешает. На этой кухне дома Инна любит, а главное умеет готовить. Говорит, спорт помогает ей все успевать. Тренировки, домашние хлопоты. У чемпионов во всем строгий режим. И соблюдать его каждый день – уже маленький подвиг.
Потому что иногда бывает тоже так устаешь, что вот прям ничего не хочется. Ни на тренировки идти, ничего. Ну, это уж вообще, когда там, наверное, слишком устаешь. А так, просто когда ты вот тоже вот не хочется тебе на тренировку, а надо идти. И тогда по-любому все будет нормально. Все приходится. Если ты в зал пришел, надо все сделать, свой план тренировок. Самое главное, не то, что заставить, это как бы еще и моя работа, что надо вот мне тренироваться каждый день. Занимается в спортзале и на каждый будний день. А вот с ролью хозяйки и жены вот уже 12 лет. С удовольствием справляется без выходных. Тебе сколько? 2 ложки? Рис сколько больше? 4 ложки. Ладно, хорошо. О, папа пришел, мой, с магазина. Сейчас молока тебе принес. С мужем Вячеславом они познакомились в спортзале. Любовь к пауэрлифтингу помогла им обрести любовь собственную. Слава и Инна вместе добились настоящей мировой славы. Слава тебе. Здорово. Сегодня 5 часов, да, тренировка будет. Пока. Даже за завтраком в семье Филимоновых говорят о спорте и планируют тренировки. Здесь на кухне Инна и домохозяйка, и спортсменка. Над обеденным столом дипломы и золотые кубки. А рядом с алюминиевыми кастрюлями золотые медали. Самая дорогая вот это с последнего чемпионата мира 2008 года, это вот с Австрии. Последний успех золота чемпионата мира в Австрии – это кадры прошлого года. На верхней ступеньке пьедестала плачет железная леди из Владимира. На соревнованиях я всегда как бы никогда не думаю о весе. Вот даже там 180 или 200 висит, или там просто как бы забываешь обо всем, и надо вот просто вот конкретно. Идешь к цели, надо поднять, и все. Сегодня этот зал и штанги в 200 килограммов для Инны Филимоновой обычная повседневная работа. И только окружающие никак не поймут, зачем молодой девушке такие нагрузки. Почему-то все думают, что не могу я. Вот я могу там гимнастикой там бегать или что-то другое делать, но никак не поднимать тяжести. Но особенно, когда ты в нормальной одежде одет, там, как девушка нормальная, на каблуках. Ну, никто не верит вообще-то. Там же скажут, сколько поднимаешь. Ну, так. Удивляются, кажется. Мне кажется, сильная. Наверное, сильная больше. Потому что все даже какие-то там неурядицы, я всегда могу перетерпеть и там не сильная. Даже не то, что я поднимаю много, это ну, не зависит от этого. Вообще, ну, в характере, да, сильная и целеустремленная. Если что-то я хочу, я добьюсь. Вот, по-любому. Поехали отдыхать с ней, так и то там же, почти каждый день в зал ходил. Бегал, в зал ходил. В Египте, когда все люди нормальные. Зачем? Ну, не знаю, не могу вот лежать и просто ничего не делать. Ну, за столько времени, наверное, организм уже так привык, что просто невозможно и в праздники, и все время. Не, ну, в выходные бывает, конечно, мы там отдыхаем. Думаешь, до старости прям? Даже не знаю. Давай мне ручку. Давай, ноги поближе давай. Любимое развлечение по выходным – катание на роликах. Свежий воздух, скорость, жизнь в движении. Всегда вперед к цели и, конечно, к самой заветной мечте. Не знаю, у меня мечта, чтобы вот ребенок все-таки вырос, чтобы нашел свое в жизни место. Ну, может, не обязательно она там суперспортсменка какая-то будет, но хотя бы, чтобы на самом деле нашла свое любимое дело там. Май, не цепись. Пожалуйста. Вот. Ну, свой дом, да, в принципе, можно помечтать. Ой, спасибо. Спасибо, дочь. Большое.
Да, она меня каждый день радует. Как только она проснулась, она уже меня радует. Да, Маюся. Вот. Ролики – это тоже часть тренировочного процесса. Сегодня Инна готовится к очередному чемпионату мира. Он пройдет в Индии. По возможности они поедут туда всей семьей. Ведь ни одна спортивная победа не сравнится с ее главным успехом. Главная победа в жизни – вот она, главная победа. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.